поговорим про меня, зовут Саркионис. И сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Supreme банду. Ведь, понятно, ты же знаешь, Петр, имя Supreme банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я, как вижу, прочую песню очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть смысленной банде на Ютубе. А также сегодня сам видео снимает Настя. Привет! И Supreme банда, вы не поверите, но с Даркнета мы заказали реальные животные. Это должно быть какое-то живое существо, но что это будет, мы не знаем. Вы не поверите, но оно уже нам пришло. Просто посмотрите, какая огромная коробка. Она очень тяжелая и невозможно поднять. И что в этой коробке, банда, мы без понятия. Это что-то типа Mystery Box, которые были ранее. А уже 2 года назад мы заказывали живую собаку с Даркнета. Она тогда нам чуть не разгромила весь дом. А тем временем, банда, давайте на это видео наберем 100 000 лайков. И тогда с Даркнета я закажу реальную кошку. Только вдумайтесь, какие коты в Даркнете, это же будет полная жесть. Именно поэтому скорее ставь лайк, а также подписывайся на наши инстаграмы. Ведь в них мы общаемся со всеми вами. Так что не давай, ссылка в описании, ставь лайк, а мы тем временем открываем эту коробку. Погнали! Окей, Supreme банда, надеюсь, вы готовы. Мы ждали эту посылку целых 2 недели. И специально заказали на вторую нашу квартиру, потому что боялись, что это животное может разгромить основной наш дом, в котором мы живем. Как это было в прошлый раз, когда мы заказали собаку с Даркнета. Он чуть и не уничтожил весь тот дом, в котором мы тогда жили. Именно поэтому сегодня мы здесь. А также это нужно нам снова доставить собаку с Даркнета, но ее здесь нету. Если бы здесь была собака, она бы просто бы разгрызла эту коробку и сбежала. Но как мы видим, она полностью цела. И что в этой коробке, банда, я без понятия. Что если там змея? О, не знаю, это будет ужасно. Я уже думал, вдруг питомец в этой коробке умер, потому что посылка шла целых 2 недели. Это очень много, никто сколько не может прожить без еды и воды. Также я думал, что вдруг в этой посылке целых 2 животных, ведь она просто тяжелая, ее невозможно поднять. Окей, давайте уже посмотрим, что там возьмем, нож и откроем ее. Вот нож, который я взял, буду разрезать обычным канцелярским. Это мне напоминает Mystery Box, который мы уже открывали ранее. Вы не поверите, банда, но один раз мне попалась окровавленная отвертка. Этой отверткой кого-то убили. Было очень страшно. Тем не менее, давайте уже будем его открывать. Давайте быстрее уже откроем. Мне не терпится увидеть, что там внутри. О, господи, довольно хорошо и запаковали. Тяжело открывается. Очень много пленки. Черт, банда, посмотрите. Уже что-то видно. Что это? Вы только посмотрите, сколько здесь всего. А где питомец? Не знаю, может быть, это там внутри. Окей, давай еще сильнее откроем. Я вижу здесь только какие-то коробки. Посмотрите, какая большая. Держать в заморозке. Интересно, что здесь? Откроем его попозже. Итак, я не понимаю, где реально питомец? Здесь только какие-то коробки. Ты видишь это? Да, вижу. Вдруг он сбежал. Ух, это очень страшно. Вдруг это был паук? Окей, не знаю, что здесь. Давай сначала откроем это маленькое. Да, давай. Я не понимаю, где наш питомец? Что это все значит? Какие-то коробки? Окей, давайте откроем эту фольгу. Даже понятия не имею, что там может быть внутри. Но все же, банда, посмотрите, что-то есть. О, господи, что это? Ты видишь? Что? Какая-то рамка. Давай ее достанем. Черт, банда, не понимаю, при чем здесь вообще питомец? Окей, посмотри. Здесь что-то есть. Давай быстрее посмотрим, что там. Да, давай. О, господи, я так переживаю, банда. Здесь какая-то флешка, ты видишь? Да, давай посмотрим, что на ней. Обязательно, сейчас же возьму компьютер. Но погоди, посмотри на фотографию. Отец, сын и мать, семья. Но почему-то сын обведен красным кругом. Что это может значить? А ты как думаешь? Не знаю, банда, что это. Давай уже возьмем ноутбук и посмотрим. Итак, банда, я вставил флешку. И здесь только один видеофайл под названием 202084. Что это вообще значит? Я не знаю, давай включим, посмотрим. О, черт, что это? Итак. Что за бред? Они кушают, что ли? Что это? Ты видишь это? Я не понимаю, да, что за бред. Да, я вижу. Господи, рыбы едят мясо или что? Ты видишь это? Ты реально очень похожа на мясо. Господи, господи, что это? Что за... Настя, что за... Оно закончилось. Окей, я не знаю, что это было, но это было реально очень странно. Какие-то рыбы едят мясо, это вообще возможно? Разве рыбы не травоедные существа? Окей, ладно, давай продолжим открывать нашу коробку. Что это все значит? Эти коробки, их так много. Окей, я не знаю, что это. Посмотри, кровь. Господи. В прошлый раз ее было меньше, когда мы ее поднимали. Да. Это очень странно. Еще одна коробка. Интересно, здесь что-то что есть.
Окей-2, эта коробка самая большая и самая тяжелая. Давай. Тяжело будет, посмотри! Господи. Ты видишь это? Что за жесть? О, черт, неужели там рыбки? Быстрее ломай коробку! Да, хорошо! Посмотрите на это! Тяжело! О, черт! Реально аквариум, ты видишь это? Да! Но я не вижу рыбок, где они? Господи, панда, вы только посмотрите, что это? Я, кажется, вижу две рыбы, первая и вторая. Но почему они так зарыты в камнях? Они что, мертвые? Что, если они реально умерли? Не знаю, это будет ужасно, нам доставили из Даркнета дохлых рыбок. Окей, пока что они не двигаются. Эй, вы живые? О, господи, это очень страшно. Настя, поищем в интернете, что это за рыбки. Да, хорошо. У них вроде бы оранжевое брюхо. О, господи, они серебристые с оранжевым брюхом, это очень странно. Я нашла, кто это? Что это за рыбы, быстрее? Это пираньи. О, черт, реально похожи, серебристые тело и красные брюха, ужасные зубы. Господи, панда, вы видели это? Здесь написано, что они едят человеческое мясо. О, нет, неужели? Погоди, стой. На видео, которое мы смотрели, там же были пираньи, не ели мясо. Это просто жесть, панда. Здесь написано, что когда они зарываются в камни или песок, о нет, неужели не охотятся на людей, то есть на нас? Мы с тобой люди! Пираньи прямо сейчас охотятся на нас, банда, это ужасно! Давай этот аквариум отнесем ближе к столу! Да, давай! Они двигались, банда, когда мы переносили аквариум, они плавали! Эй, ты меня слышишь? Господи, какие же они стрёмные, просто посмотрите на ее красные глаза! Это такая жесть! Окей, давай заберем остальные посылки! Это очень странные рыбы, банда, я думал, что они уже мертвые. Окей, давайте заберем эти посылки, не менее страннее, чем рыбы! Мне просто не верится, сколько всего здесь! Идем быстрее к столу! Окей, этот огромный бокс мы оставим на чуть попозже! Сейчас же давайте откроем обе эти посылки! Выберем, наверное, сначала эту, либо же эту. Давай эту. Да, давай. Отличная идея. Ох, я не знаю, зачем так много всего для одной рыбки. Возможно, для них нужен очень тщательный уход. О, это уже возможно. Но все равно это очень много. Давайте посмотрим, что здесь. Это похоже на коробку из-под обуви. Черт, это очень стрёмно, банда. Окей, давайте откроем их далее. Но все же, банда, меня очень напрягает тот факт, что эти пираньи едят реально людей. Это очень страшно. Окей, просто посмотрите, что Господи. Здесь. Здесь что написано? Слав мид ден... Fishing. Что это? Не знаю, это явно не английский. Я перевел это означает спать с рыбой, и это немецкий язык. Спать с рыбой, что это значит? Окей, давай возьмем вот это. Оно такое большое, похоже на большую картошку. Черт возьми, банда, так стрёмно выглядит. Окей, тем не менее, что здесь вообще может быть? Возможно, пока рыбки будут спать, это должно быть вместе с ними. Что это такое? Только посмотри, это же детская обувь, ты видишь Господи, это? Что она здесь делает? Не знаю, это очень подозрительно. Что это вообще? О, Господи, посмотри, они ношеные. Да. Они явно не новые, банда. Это такая жесть. Окей, второй давайте также достанем. Две ношеные обуви мальчика лет 7-5. Ты видишь это? Да. Погоди, а на фотографии? Это же мальчик лет 5-7, неужели это его обувь? О, Господи, банда, это очень подозрительно. Окей, давай смотрим, что здесь еще есть. Какая-то коробочка, которая тщательно приклеена. Слышишь? Да, что-то есть. Да, это реально жесть. Открываем быстрее. Итак, что это? Какая-то шкатулка. Черт, банда реально стрёмно выглядит. Погоди. О, Господи. Что это было? Посмотри, что это? О, черт. Игрушка. Что за жесть? Спать с игрушкой. О, Господи, неужели рыбка спит с игрушкой? А это что такое? Может быть ее корм? Давай попробуем высыпать. Да, давай. Это очень подозрительно. О, черт, посмотри, как много. Да. Окей, я высыпаю все. Красиво. Они все еще не двигаются. Они что, умерли или что? Но эта банда, это очень подозрительно спать с игрушкой. Окей, давайте все это отложим. Я пока что не понимаю, что происходит. Неужели эти рыбки настолько преисполнили своей жизни, что стали как люди? Им нужны какие-то маленькие игрушки, чтобы с ними спать. Но эта обувь, это очень странно. Что
что ж, тем не менее, давайте открывать дальше. Итак, у нас осталась вот эта посылка странной формы и кулер. Огромная синяя коробка. Наверное, его оставим на попозже. Сейчас давайте откроем вот это. Потому что здесь есть какая-то кровь. Здесь тоже. Просто посмотри, это очень стрёмно. Что? Давай теперь ее быстрее откроем. Господи, банда, даже понятия не имею, что здесь может быть. О, посмотри. Господи. Черт, неужели ты реальная кровь? Почему она свежая? Окей, банда, давайте быстрее откроем это. Черт, там еще что-то прикреплено, ты видишь это? Да. Какой-то детский ланчбокс. О, посмотри, здесь что-то нарисовано. Это какой-то детский ланчбокс, из него идет кровь. Господи, панда, оно еще воняет! Что это такое? Черт возьми, просто посмотрите на это! О, господи, реально стрёмная вещь! Окей, панда, давайте снимем этот ланчбокс и посмотрим на эту доску! Господи, это все так стрёмно выглядит! Вы только посмотрите, сколько здесь крови! О, господи! Черт, реально ужасно! Господи, панда, мне просто в это не верится! Что с этой доской вообще творилось? На ней явно уже что-то резалось, она не новая! Окей, о, Сереж, там что-то есть! О, реально есть какая-то... Это надпись «Futisieden Fischen». Без понятия, что это, но мне кажется, «Fischen» — это рыба. Что-то явно с английского. Давайте переведем. С немецкого это означает «покормить рыбу». Неужели мы сами не знаем, что ее нужно покормить? Возможно, что на этой доске реально нарезали мясо, именно поэтому здесь кровь. Но почему она все еще свежая? Окей, тем не менее, давайте откроем этот детский бокс. Господи, выглядит он реально отвратительно. Еще весь в крови. Окей, банда, давайте уже его откроем, посмотрим, что там. О, господи, я очень переживаю. Я тоже, это так стрёмно. Окей, ты готова? Кажется, все разрезал. Ты готова? Да, давай. Черт, о, господи. Ты видишь что? Это? Что это? Мясо, оно в крови. И воняет оно отвратительно. Фу. Банда, это просто какой-то ужас. Оно закрыто здесь прямо с кровью. Банда, вы видите это? Черт. Но если это мясо человека, который... Мы должны есть пироги! О, господи, это отвратительно! Я отказываюсь в это верить! Погоди! У нас же здесь лежат сандалии, а здесь обведен мальчик! И было видео, в котором пираньи едят мясо! О, господи! Неужели это его мясо? Его убили! И на том видео показано, как пираньи едят мясо этого мальчика! Это просто жесть! Какого-то человека убили, чтобы покормить этих рыб! Это просто ужасно, пад! Я не хочу в это верить! Я просто в шоке, Настя! Как это понимать? Это же ужасно! Может, это неправда? Я очень надеюсь, но разве пираньи это нормальные животные, нормальные питомцы? Это просто какой-то ужас, банда. Это ужасно, банда, просто отвратительно. Это нужно будет срочно выбросить. Итак, у нас тут только остался кулер, который нужно держать в заморозке. Давайте же посмотрим, что в нем, но запашок уже ужасный. Черт, банда, я так переживаю. Итак, пытаюсь все очень быстро и аккуратно раскрыть. Надеюсь, что все получится, все будет нормально. По запаху уже можно определить, что там что-то не так лежит. Окей, вроде бы готова. Надеюсь, ты готова, Настя? Да, давай. Черт, просто жесть. Окей, здесь много какой-то охлаждающей штуки. И она полностью в крови. О, черт, что это? Очень воняет. Просто посмотри на это. Ты видишь это, Настя? Господи. Черт, что это? Господи, ты видишь это? Господи. Просто какая-то жесть. Просто посмотри, здесь рука. Похоже, это мясо этого мальчика. Банда, вы видите это? Это же просто отвратительно. Черт, я не могу в это поверить. Это ужасно, Настя. Неужели этого парня убили, чтобы прокормить этих рыбок? Это же ужасно. Посмотри, там какая-то машинка. Какой-то мул поднялся. Посмотри, рыбка одна вылезла. Тебя видно? Да, видно. Черт, ужасно за мулом. А еще меня очень смущает этот горбочек. Как будто здесь что-то есть. Нужно откинуть, посмотреть, что там. Да, давай. Это жесть, банда. О, господи, только посмотри. Ты видишь это? Господи, что там это? Там нога человека. Это просто жесть. Это нога ребенка, банда, вы видите? И посмотри, она полностью подходит под этот тапок. Это просто жесть. Это нога этого ребенка. Это же отвратительно, банда. Его реально съели пираньи. Нужно достать эту ногу. Не знаю, это ужасная идея, но если ты хочешь, давай, чтобы пираньи больше не пробовали человеческого мяса. Все на той стороне, из нас не будь аккуратней. Хорошо. О, господи. О, черт. Она упустила ее. Только не эта банда. Мы только что приехали с больницы. Пиранья очень сильно укусила Настю за палец. Она пыталась съесть ее. В больнице наложили несколько швов. И мы решили вернуться на старую квартиру, чтобы не видеть ту пиранью. Покажи, что у тебя там. Нет, я не смогу
ты сможешь, как ты аккуратно додвинь, покажи! Нет, я не смогу, Сережа, очень болит! Давай, я в тебя верю, чуть-чуть аккуратно, всего лишь немного нужно увидеть! Я не знаю, нет, не смогу! Давай, показывай, в этом нету ничего страшного! Ты уверен? Да, давай, быстрее! Хорошо! О, господи, просто жуть какая-то! Ой. Тебя реально укусила пиранья! Ой, давай! О, черт! Ой-ой-ой. Господи, давай! О, господи, это просто жесть! Тебя реально укусила пиранья, там швы! Это просто какая-то жесть! Банда, вы видели этот укус? Мне просто в это не верится! Пиранья реально опасное существо! Это явно не домашний питомец! Тем не менее, банда, вот комментарий от прошлого видео! Просто какие шикарные, идеальные комментарии! А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь нужно опуститься ниже, нажать лайк, колокольчик! И все, бро, ты уже в новом видео! Лайк! Колокол, комментируем видео, бандит! Также не забывай подписываться, чтобы выступить в мою супер-банду! И помни одно, оставайся шикарным! Пока!